Приветствую на канале Бостонтехник. Меня зовут Павел. Сегодня у нас на обзоре и на реализации вот такая замечательная телега под сено. Рулоны, тюки. То есть огромная. 4 метра шириной. Давайте посмотрим внимательно. Тут все целое, металл мощный, неубиваемый. Платформа из-под бочки 16-кубовой МЖТ. Вот такие колеса. Колеса, кстати, в хорошем состоянии. Резина тут целая вообще. Так, рама вся целая, не крученная, ничего. Центральный брус. Так, здесь колеса задние тоже в хорошем состоянии. Трещинах, но еще накачано, еще будет ходить под сеном, под соломой, еще очень много. Так, эти расширения приварены. Все сделано мощно. Так, переднее левое колесо. Тоже небольшие трещины есть, но еще она будет ездить очень долго и долго. С этой стороны рама. В общем, техника отличная еще. Может потрудиться. Напоминаю, что в компании Бостонтехник можете приобрести технику как лизинг, кредит, наличные средства, безнал. Также трейд-ин. Обращайтесь, все покажем, все расскажем, и будете довольны покупкой. Всего доброго, до свидания.